То, что я пытаюсь продумать, немного похоже на сказки. Когда буржуазный субъект приходит к бабе-яге, она ему предлагает пройти испытание. В результате этих испытаний он оказывается способен вступать в новые союзы живого и неживого. Важно, что сказки – это не архаика. О том же самом говорит философия как минимум последних 10 лет. Дальше.